Всем добрый день, друзья! Сегодня расскажу о том, как вы можете практически за очень дешево подключиться к готовой системе франчайзинга и зарабатывать вместе с нами. Значит, все вы знаете, что можно зарабатывать, рекламируя, в принципе, рекламируя товары с Кликбанка, но там есть свои нюансы, своя система и так далее. Но если вы уже хоть немножко знаете, что такое аффилиатный маркетинг, как рекламировать товары, как получать свою комиссию и так далее, то это видео будет интересно в том числе и для вас. Что я предлагаю? Я предлагаю вам подключиться к системе, которая включает в себя полный комплекс, скажем так, всего, что необходимо начинающему интернет-предпринимателю для того, чтобы зарабатывать деньги сразу и быстро. Да? Значит, что я имею в виду? Это полноценный бизнес, который создал Пол Линч. Вот его фотография, это его видео, он тут его представляет, когда вы попадаете. Бизнес, сразу говорю, англоязычный, да, то есть рассчитан на англоязычную аудиторию. Но когда вы к нему подключаетесь, я подключу вас к системе видеороликов русских, в том числе в этом видео я расскажу, как вы будете рекламировать свои товары и получать с них прибыль. Основное преимущество этого бизнеса в том, что даже если вы начинаете рекламировать какой-то копеечный товар, вот у нас здесь этих товаров, грубо говоря, 14 штук. 14 товаров на все случаи жизни. Например, возьмем самый простой товар, который мы рекламируем сразу же. Вот Easy Sketch Pro, Easy Setup Package, то есть у нас есть sales funnels, так называемые, туннели продаж. Да? То есть вот это уже готовая система. А, это если вы не умеете подключаться там. Это другой немножко. Сейчас, вот Easy Sketch Pro Free. Это готовая система с вашими партнерскими ссылками. То есть, если вас тема заинтересует и у вас есть, грубо говоря, свободных 70 баксов или там 100, то вы мне напишите, и я расскажу, как к этому подключиться. Вы их выходите просто со мной на связь по скайпу, я покажу, как это работает еще раз. Итак, вы получаете, зарегистрировались в систему, вы получаете свой номер. Okay? Дальше, вот этот номер у вас будет здесь ID равно 2, это мой номер. А у вас будет, например, ID там 793, да? Но эта ссылка будет уже партнерская ваша. Дальше. Вы просто рекламируете вот эту ссылку. Я сейчас покажу как. Элементарно, даже бесплатно. Эта ссылка ведет на видеоролик, который показывает о том, как можно получить программное обеспечение, которое позволяет делать видеоанимацию, вот такую, как здесь, да? То есть это высоковостребованная, скажем так, штука, вы ее просто рекламируете, окей? Как это делается, для начала, что вы с этого получите? Да? После того, как человек регистрируется вот здесь, он попадает в нашу систему. Он регистрируется бесплатно, попадает внутрь этой системы и попадает сразу же на первую страницу, где ему Пол рассказывает, как пользоваться этой системой, почему стоит сделать апгрейд и так далее. Когда человек делает апгрейд за $77, он получает возможность, так же как и вы, кстати, это стоимость вашего апгрейда будет, он получает возможность рекламировать все наши товары. Их здесь 14+, да? 14 штук. И добавляются сюда регулярно. Но для вас прикол даже не в этом. Дело в том, что вы не только будете получать прибыль со всех этих товаров, но когда любой из этих людей становится про, мы направляем его на общение с нашей командой, скажем так, коучей. Команда коучей, которые, ну, многие из них уже мультимиллионеры, которые помогают этому человеку понять, как этим всем пользоваться бесплатно. Но они же и рассказывают ему, как сделать франчайзинг из этого, то, что у меня есть уже, да, как сделать этот бизнес своим. И это уже стоит дорого. Это стоимость этого франчайзинга минимум $3000. Там есть 3, 5, 10 и так далее. С этих $3000 я как франчайзер получаю $1500 прибыли. Из них 500 я вам отдаю. То есть, когда вы здесь регистрируетесь, вы рекламируете любой из этих товаров. Человек заходит, например, по бесплатной ссылке, смотрит этот товар, ему все нравится. Дальше с ним начинает работать команда профессионалов. Вот, поверьте, реально профессионалы из трех человек, которые сюда зарегистрировались и стали про, купили вот этот апгрейд по $77, если они хоть как-то говорят по-английски, один из них становится франчайзером. Можете себе представить статистику. Поэтому вам будет точно интересно. Вот.
Если вы хотите получить всю эту систему, надо заплатить $3000, но можно начинать и с 77, то есть сделать апгрейд, о котором я вам говорю, и дальше у вас два варианта. Вы можете рекламировать платно, я могу рассказать, как это делается, но я сегодня остановлюсь на бесплатной версии. То есть бесплатная версия, выбираем любой товар, как я уже показал, да, выбрали, например, вот этот вот туннель, и просто рекламируем его на Фейсбуке. Вот я покажу, как один из моих друзей, партнеров, Игорь, рекламирует у себя. Это вот по моей схеме. Он может рекламировать его точно так же, как он рекламирует товар с Кликбанка и так далее. То есть вы просто пишете объявление. И, кстати, для вас мы эти объявления уже делаем. Вот они. То есть фактически все, что вам надо сделать, это понять, что это интересно, это вам интересно, что вы готовы начать, например, с первичной инвестиции, это всего там $77. Дальше я выходите на связь со мной, я рассказываю, подключаю вас, рассказываю, как этим всем пользоваться. И более того, за эти $77 я даже отправлю вам бесплатно трафик. Что такое бесплатно трафик? Трафик — это когда вы получаете, мы гоним трафик внутрь этой системы за свои деньги. Фактически мы не зарабатываем на вот этих про, нам это не интересно. Да? Нам интересно зарабатывать на франчайзерах, да, тех людях, которые платят 3000, 5000, 10 тысяч. Представьте себе, если франчайзер платит $10000, я получаю $4000 сразу. Да? То есть как бы это совсем другого уровня бизнес. И самое главное, здесь все очень прозрачно и все интересно, как вам сказать, все учитывается. То есть, когда вы создаете свои туннели, я буду видеть, что это от вас. То есть, например, если у меня здесь, я, кстати, могу даже посмотреть какой-то пример. Так. Вот я, например, могу даже посмотреть, как выглядит Игоря сайт изнутри, да, или там Оксаны. То есть я вижу полностью, что происходит. Мне нужно просто указать ID человека. У Игоря это, по-моему, или просто по поиску. Давайте я Оксану покажу. Вот Оксана у меня. Вот она у меня уже про. Вот у нее ID 435, да, например. Я сейчас могу посмотреть ее бизнес изнутри, как он выглядит. Вот у нее подключены вот эти два товара, она их рекламирует, грубо говоря. Когда вы становитесь про, я подключаю вам все товары. Я могу ее здесь assume member. Вот assume member, когда я нажимаю assume member, я как бы представляю, что она — это я. Я захожу в ее этот самый, видите, то есть вот у нее 42 человека даунлайн, 9 продаж по доллару, но это у нее тестовые продажи, что часть товаров здесь продается за доллар. И дальше у нее здесь внутри, она видит, и я вижу, и она видит все люди, которые к ней зарегистрированы, да? Полный цикл. То есть мы видим, кто, когда подписывался, и можем с этими людьми работать по имейлу. Вот вся эта ее регистрация. Так вот, вот этот трафик, вот эти люди все, вот этот трафик я вам обеспечу. За вот этих $77 несчастных вы получаете не только всю систему в работу, но еще и трафик. Дальше, что вам остается делать? Вам остается просто рекламировать это дело в интернете. Вот как это делает, например, Игорь. Давайте посмотрим. Get over. Вот простая тема. Get over 1000 new followers in 11 days. Да? Ask me how. Опять же, вам не надо бы даже это выдумывать. У меня есть видео, которое показывает, как это делать на Фейсбуке. Что вы делаете? Вы просто-напросто получите готовые тексты. Вот я для Игоря сделал. Вот они. Если это товар инстацунами, вот это его партнерская ссылка. Он пишет вот эту фразу. Who wants to get over 1000 new followers за 11 дней? Спросите меня как. И дальше вот ссылку он не пишет. Он просто пишет вот эту фразу. Дальше идет распространение, люди лайкают там, смотрят и так далее. Все это шарится на разные группы. Например, группы Make Money Online и так далее. Share in a group. Например, понеслась. И вот это объявление уже там. Okay. Вот оно, вот Игорь, видите? Ну, это я зашарил его пост, но это его объявление. То есть, когда человек здесь пишет, комментирует, что да, например, how, то
что Игорь получит этот... Ой. Игорь получит это уведомление и выйдет на связь с этим человеком. И он уже ему отпишет вот эту ссылку, которая здесь дана у него, его номер партнерский. Дальше этот человек попадает в систему, то есть он сразу же, как только он заходит и регистрируется по этой ссылке, например, Игорь захотел, давайте я вам покажу полный цикл. Игорь сразу же захотел ответить мне, например, окей. То есть reply, он пишет здесь вот эту штуку. Я даже пишу вот как отвечать за вас, да, то есть ваши ответы. Hi, например, привет такой-то, спасибо за проявленный интерес, вот твоя ссылка. То есть вам ничего не надо выдумывать. Ctrl-V, вот твоя ссылка, всем спасибо за интерес, просто следуйте ссылке и зарегистрируйтесь. Вот эта ссылка пошла. Значит, дальше я перехожу по этой ссылке, ну, это человек, которому понравился эта фраза, я перехожу, видите, это номер его уже, 856, это номер Игоря. Дальше идет перевод на страницу захвата. Как только человек вводит свои данные в страницу захвата, он сразу же, его сразу же загоняют вот сюда, да? То есть сейчас я возвращаюсь как администратор сюда. Фактически это огромный, большой бизнес для вас, который вы можете начать с цифры в 77 баксов. Причем за эти 77 баксов вы еще получите трафик, очень качественный трафик людей, которых мы вам предлагаем сюда внутрь системы. Мы их добавим, у вас будет минимум 30 подписчиков и большая вероятность того, что вы получите продажи уже с этих 30 подписчиков, которые будут работать внутри системы. Дальше эти люди не пропадают, вам с ними не надо ничего делать. Я добавляю их в систему, в свой автоответчик. Я вам покажу, давайте на примере автоответчика. Aweber. То есть два варианта. Если у вас есть свой автоответчик Aweber, и вы уже прекрасно в этом всем ориентируетесь, вы просто подставляете свои данные Aweber в систему. Я расскажу как, да, покажу, там несложно. И все люди, которые прошли по вашим ссылкам, будут регистрироваться сразу же к вам. Если же у вас нет желания платить 30 баксов за автоответчик каждый месяц, там, или 20, да, то, соответственно, я могу складировать этих людей у себя. Более того, они все будут получать серии писем, которые я уже создал. В этих сериях там где-то дней 20-30 писем. Вот я покажу пример, например, на примере вот Оксаны. Вот ее серия писем, созданная специально для нее. Это мои же письма, но в них стоят ее ссылки, видите? Вот, добро пожаловать в нашу команду, то-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 то. Фактически всю работу веду я. Ваша задача просто гнать людей и рекламировать. Два варианта. Первый – это бесплатно. Это может быть реклама через Facebook. Это может быть реклама через Instagram. По Инстаграму отдельно у меня все эти видео есть и так далее. То есть, например, на Инстаграме вот у меня аккаунт. Все, что мне надо делать для того, чтобы я, грубо говоря, этот аккаунт прирастал. Сейчас я вспомню, как его звали. Алексей, Алекс Антеч. Ну или неважно, миллионер. То есть набираете здесь миллионер, там что-то такое. Вам нужно просто найти человека, который занимается этой же темой, то есть которого хорошее большое количество, да, публикаций. Одиннадцать тысяч подписчиков, видите? Maker of taste, Jesus, чтоб ты был здоров. Ну, лучше что-то такое попроще. Миллионерс. Или давайте Тай Лопес, там тот же можно. Тай Лопес, например, у него там куча народа, который следует. Помню. Мне сегодня что-то с памятью. Дайте мне секунду, я посмотрю. Вот это Алекс Бекертейч. Давайте у него возьмем.
То есть масса вариантов, как это можно рекламировать бесплатно. Главное то, что у вас будут товары, которые вам дадут возможность заработать не доллар, не два, а $500. Вот, вот о чем я говорю, окей? Как делаю я, что могу рекомендовать вам? Значит, смотрите, вот человек, который один из топ-лидеров, 147 тысяч подписчиков. Для того, чтобы ваш Instagram-аккаунт рос, все, что вам надо сделать, это работать с его друзьями. То есть добавлять друзей. Ежедневно добавлять там 10-15 человек друзей. Из его друзей. Почему? Потому что те люди, которые читают его канал, вот этот вот, они, собственно, заинтересованы в этой теме, в Make Money Online. Это то, что нужно нам. Дальше эти люди просто, когда вы подписываетесь на кого-то, большое количество людей просматривает ваш профиль и подписывается на вас. В вашем профиле должно быть несколько картинок такого там характера, как делать деньги онлайн, их в интернете куча. И вот это самое главное. Ваша ссылка. Ссылка на перевод туда, куда нужно именно вам. И дальше это страница захвата. Ну, это один из вариантов. Один из примеров, как я это делаю, как я рекомендую вам. Но самое главное, у вас должна быть мощная бизнес-система, которая этих людей потом аккумулирует и делает из них, грубо говоря, кастомеров, потом делает промемберов, потом делает франчайзеров. С этого всего вы получаете деньги. Вот приглашаю вас в эту систему, оставляю под этим видео информацию, свой скайп. Кому интересно, стартовые инвестиции до $100 всего-навсего. И я вас подключу и расскажу, как этим пользоваться и как рекламировать. Пока что все. Буду рад пообщаться с вами по скайпу. Удачи!